Сегодня на площади БГТУ имени Шухова собралось более 5000 студентов. Нас ожидает самое грандиозное посвящение в студенты. Парад студенчества – это молодежное мероприятие, которое объединяет десятки тысяч студентов по всей России. Белгород присоединяется к этой акции во второй раз. Студенты представляют свои факультеты. Первокурсники произносят клятву российского студента. Умножение традиции российского студенчества. Клянемся! Очень положительные эмоции, все очень понравилось, очень ярко и интересно. Было очень классно. Феерические эмоции, вообще супер. Груз ответственности, возможно, навалился на плечи. Ну и начало новой жизни, как-то это официальное открытие. От НИУ БелГУ студента поздравляет Светлана Острикова. Парад российского студенчества – это символ того, что растут ряды молодежи студенческой. Приходят новые, креативные, которые будут не только учиться, но активно заниматься общественной деятельностью, дружить, укреплять межвузовские связи. Это как раз одна из страничек начала нового учебного года в их жизни. Праздничную атмосферу создают студенческие коллективы и звезды молодежной эстрады. Теперь мы студенты!